Она – королева ромкомов. Она – звезда социальных сетей. Мы ждали Димет Аздемир в новом романтическом образе, но ее решение нас удивило. Димет Аздемир – одна из самых известных турецких актрис не только в родной стране, но и далеко за ее пределами. Ее называют королевой ромкомов. После успешной работы в сериалах «Номер 309» и «Ранняя пташка» за ней закрепился статус героини романтических комедий – ромкомов. Разумеется, поклонники актрисы, а их немало в социальных сетях, надеются на то, что следующий сериал Димет тоже будет романтической комедией. И вроде бы для этого были все предпосылки. Турецкие СМИ сообщали о том, что она подписала контракт на работу с компанией «Goldfilm», которая делала ее предыдущие сериалы, и это снова будет ромком. Однако, по утверждению известной журналистки Берсен Алтунташ, Димет все же решила отказаться от привычного образа и попробовать себя в новой драматической роли. Актриса подписала контракт с компанией «OG Media», известной по сериалу Netflix «Dar – The Gift» с Берен Саад. Новый сериал выйдет на телеканале ТВ-8. Предварительное название – «Мой дом». Это драматический сериал, в основе которого лежит знаменитый роман писательницы Гюльсирен Будайджиалу «Девушка за стеклом». Таким образом, Димет предстоит попробовать себя в драматической роли. Режиссер проекта – Чары Байрак, ранее уже работавший с Димет в сериале «Ранняя пташка». Заметим, что это не первый раз, когда Димет будет играть драматическую роль. Ранее она уже снималась в сериале «Курт-Сит и Шура» в весьма серьезном образе, правда, не в главной роли. Посмотрим, сможет ли она быть настолько же убедительной в роли страдающей турецкой героини, насколько была в образе наивной милой дурочки. По поводу партнера Димет пока ходят самые невероятные слухи, начиная от Эркана Петекая, заканчивая Берком Атаном. Однако пока продюсеры выдерживают паузу и не сообщают его имя. Сериал будет представлен турецкому зрителю в январе 2020 года. А что думаете вы? Сможет ли Димет покорить зрителей в драматическом образе? Оставьте свои комментарии под этим видео и не забудьте подписаться на наш канал.